Всем привет! Начинаем путешествие по моему маленькому городку. Городок у нас хороший, красивый. Постоянно здесь что-то происходит, если, конечно, за этим следить. Много различных выставок, передвижных и постоянных, различные инсталляции. Вот совершенно случайно я забрел в Соляной переулок, как раз напротив Академии Штиглица. Это Государственная художественная промышленная академия на Соляном 13. Вот. Там открыта инсталляция аллеи парящих зонтиков. Надо сказать, что вот эта история вся началась в Португалии, вообще-то, в португальском городе Агеда. И она известна под названием Umbrella Sky в Португалии. Ну вот, она проводится ежегодно, и так медленно-медленно она перекочевала к нам, в наш прекрасный город Петербург, северную столицу нашу. Вот, ну вот, вы сами видите, что здесь творится. Я сделал несколько быстро видео, потому что материала было много. В убыстренном виде все это дело. Надо сказать, что проводится на протяжении всей этой инсталляции, всего этого действа, проводятся различные мероприятия. Есть целая программа этих мероприятий. Там и пишут картины, и выступает питерский джаз. Ну, достаточно интересно. Кстати, здесь можно просто взять и сыграть на пианино. Здесь стоит пианино, и вот молодые люди очень неплохо играли классические различные вещи, когда я там ходил. Еще хочу сказать, что по традиции перерезает красную ленточку открытия Андрей Ургант. Вот. Ну, собственно говоря, и все. Я побродил, поснимал. Очень красиво, интересно было. Достаточно прилично народа. Вот посмотрите. Будьте в Петербурге, зайдите на Соляной и посмотрите вот эти зонтики, которые просто парят. Разноцветно, очень красиво и симпатично. Все. Всем пока, всем привет, до свидания. Всего хорошего.